Семейный праздник, где мамы не на главных ролях. В Новосибирске прошел региональный папа-фест. Мой коллега Борис Киргинеков тоже получил пару уроков по воспитанию будущих детей. Ветер, небольшой дождь не испугал около сотни новосибирцев. Березовая роща, несколько интерактивных площадок для сдачи норматива ГТО и стрелковый тир, конкурс талантов и выставка оружия. Папа-фест, конечно, праздник семейный, не только для отцов. Тем не менее, организаторы уверены, именно мужчинам стоит уделять больше свободного времени детям. На работе постоянно все такое стабильное, как бы сидишь и работаешь, а здесь как-то отдыхаешь, активный отдых. Как бы, много чего интересного на самом деле. Какие-то конкурсы где-то развивающие, где-то можно записаться для ребенка, смотришь какие-то там, либо в танцевальные группы, либо какие-то развивающие игры. На фестивале можно было записать ребенка в разные секции, от шахмат до робототехники. Больше всего участников собрал спортивный квест. Папы вместе с детьми прошли несколько испытаний. Цель мероприятия – это качественно и количественно разнообразить совместный досуг отцов и их детей. У нас вот в квесте больше 30 площадок с интересными, увлекательными, разнообразными заданиями, по итогам выполнения которых папы с детьми зарабатывают баллы и получают потом приз. Региональный праздник «Папа-фест» проходит в Новосибирской области уже второй раз. Организаторы обещают сделать фестиваль традиционным. Борис Киргинеков, Алексей Зубило, новости ОТС.